Я сделал раму для защиты от комаров, мух, натянув на нее антимоскитную сетку. Сделал вот такую вот деревянную рамку из реек, закрепил ее, скрепил между собой уголками. Закрепил ее на раме. Рамка получилась съемная, чтобы она не гнила, я обработал бесцветной краской, пропиткой. И думаю, снимается очень легко. Как прикрепить ее к раме, я вам сейчас покажу изнутри. Вот, на все окна я поставил ее, потому что посмотрел в интернете, цена, значит, довольно-таки серьезная, от 2,5, по-моему, порядка 2-2,5 тысяч за вот такую рамку. Ну, покрутил сам немножко все эти проблемы и решил сделать вот так. Значит, как она крепится, я вам сейчас покажу, еще раз говорю. Думаю, способ такой простой, копеечный, защитить нас на все лето от комаров и мух. Вот уже первые гости сидят, ждут. Потеплеет, они к нам. Ну а тут у нас для них вход закрыт. Да и комары не прочь залететь. Ну, сейчас я вам покажу, как она крепится, эта рамка. Открываем окно. И вот вы видите, вот такими скобками из оцинкованной жести по периметру. Два снизу, две скобы сверху и две сбоку. На самой рамке приклеена липкая лента. Приклеена лента, значит, на клей. И я еще прошел степлером, чтобы уже она не отклеилась. И вот так вот она выглядит изнутри. Закрывать окно не мешает. Закрывать, вернее, рамку можно вставлять на любом этаже. Вставляется изнутри. Так что при необходимости вот можно просто отогнуть их, и все. Может, кому-то такой способ крепления москитной сетки на окна пригодится. Думаю, комары и мухи нас в этом году особо не достанут. Всем пока!